Влюбленная пара Максим и Лера прекрасно знают, что греет не только солнце. В холодную погоду может отогреть любящее сердце, а если оно большое, то способно дарить тепло многим людям. Поучаствовать в акции фотографы детям решили не раздумывая, тем более давно мечтали об альбоме совместных фотографий. Ближе чуть-чуть к ней, не прижимайся к плотному. Дарить тепло детям из детских домов будут не только волонтеры. В помощь им орловские фотографы, аж целых 18 участников. За небольшую сумму проводят свои фотосеты. Все собранные деньги на новогодние подарки детям из детских домов. Я считаю, что, в принципе, любой фотограф «Орла», несмотря на большую занятость, может посвятить хотя бы один день этой акции и своим трудом, своей работой принести пользу детям. Машинки, куклы, теплые шапки и варежки, набор косметики и краски. Организаторы акции рассказывают, что дети просят у Деда Мороза подарки недорогие, но очень нужные. Дети из детских домов пишут письма Деду Морозу. Мы выступаем посредниками между ним и Дедом Морозом. И с помощью интернет-сообщества и наших коллег и наших друзей собираем подарки и средства на подарки, которые просили дети. Каждый ребенок в каждом детском доме уже написал свое письмо, а эти снимки помогли волонтерам приобрести для них подарки. Стать добрыми волшебниками пожелали больше сотни орловчан. Сейчас уже обработан полностью один список. 82 человека детей, да, это полностью один детский дом. Метровск мы закрыли, так скажем. И 82 ребенка получат подарки от Деда Мороза к Новому году. Стать Дедом Морозом просто. Достаточно зайти на страничку орловских волонтеров и выбрать доброе дело себе по душе. Анастасия Тимончева и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».